Начальник где? Начальник. Там нет. Здесь весь дом, не правильно сделал. Ну земля здесь. Что, здесь нету бетона? Ущербный парк. 200, 400, 600, 800, 1200. Какой парк? Ущербный. Не знаю. Как же вы так не знаете? И документы где на объект? А как вы тут работу организуете? Вы же прораб. Вы как вы без документов организовываете работу? Вот они сейчас все бордюры переделают. Значит, мы это дело зафиксируем, фотофиксацию сделаем, так. И после только того, когда мы дадим добро, они начнут проводить дальнейшую работу. Ну, там бетонировать надо хорошо, потому что машина подъезжает, бух, да. И вот так каждый раз бух. Я думаю, что вопросов нет, да? То, что как поставили? Не, основание-то не забетонировано. Все то же самое. Нигде, нигде ничего нового. В следующем году мы получим повышенные камни и запросные крики. Я могу, они же видят, что мы контролируем 100%. Мы выступаем перед подрядчиками, танцуем, как клоуны. Муниципалитетом все показываем. Но правительство все выносим, один хрен, вот эта вся ситуация продолжается. И там половину сделали, половину не сделали. Сюда дальше пройти, там вообще ничего. Там все вот так вот, вместе. Детская площадка. Культура производства работы. Да лучше бы мамочки занимались. У нас машины гоняют, как сумасшедшие мимо подъезда. Вот эти делать полицаи надо. Обязательно указывать подъезда. Покажите, где у вас бетон? Вот поэтому он и упал. Грузовая машина сломает его, если он правильно забетонировал. Снаружи все красиво. Да. Вот здесь красоту навели, а здесь что? Или за это не заплатил никто денег? Ну, согласитесь, что это некрасиво. У нас проблема. Мы сейчас ставим борта, нету ливневки, вся вода стоит где во дворах. Это не я ставлю вам борта. Сколько допускается под трехметровой рейкой пробел? Какой? До 10 миллиметров. Разрешается. Допускается. Максимум. А тебе сколько? Почему краяй мурсы не работают? Здесь. Вот. А вот это, вот. А вот это чего? Ну, немножко. Четко не будешь замазать? Будешь, вы положено так сделать. Четко. Положено, и здесь все, и мурсы нет. Это не входит в вашу программу в эту. Ты думаешь, восстановить. Я понимаю. Я понимаю, придется. Я просто... Вот явно уже больше недели вот это валялось. А вы посмотрите, чтоб там хоть бы что-то сделали. Это вот к администрации. Где администрация? А он уже убежал, сейчас. Твою мать. Аккуратно. Ну что ходит собирать? Сколько это лежит? 2 дня. А сколько еще будет лежать? Сегодня убирают. А почему сразу с объекта выходите? Сразу? Потому что там у нас много объектов не успевает. Есть город, на результаты вашей работы смотрит. Это просто, это называется культура производства. Все, пошли, так нравится. Мы должны с вами подписаться и вместе с представителем, что мы осуществляем до завершения основного ремонтного сезона ежедневный контроль. Где там борт неправильно стоит, это нарушение условий контракта. Где там мусор валяется, это нарушение условий контракта. А у нас практически везде одно и то же. Да, везде борт. На стадии формирования уже надо привлечь нормальную организацию.